Первый блин огромным комом. Во вчерашнем матче очки на ангарском Ермаке сумел заработать и пензенский Дизель. Сибиряки потерпели еще одно разгромное поражение – 1-6. Напомним, это был первый матч под руководством нового главного тренера Игоря Жилинского. Однако наставник успел провести со своими подопечными всего одно занятие и делать какие-то выводы пока слишком рано. В послематчевом интервью новоиспеченный рулевой оранжевых отметил, что некоторые голы Ермак привез себе сам из-за грубейших ошибок защитников. Следующий поединок пройдет 9 ноября в Саратове с местным «Кристаллом».